сказать. Стоишь 7. Ты говоришь 8? 8 или 7? Ну, возможно, последний. Мне кажется, все рушится. Сейчас этот шар хотя бы в нормальном положении. А, или это выход? Не знаю, а вот да, у меня открыто достижение «Останови это в источнике». Ну, то есть источник, наверное, этих монстров или что. Тут далеко противники. Не скажи. С самого начала. Нет, у тебя близко, я побежал другую половину на виду. Что-то как-то они тебя накидывают. Уже бегу. Тут ящик есть посередке, отбегай сюда. Вижу, уже раскидал. Беги сюда. Видишь, ящик стоит на дальней стороне. Хавай. Все, пошли добивать последнего. Ну что, я еще остался? А, это там еще это шар. Ближе. О. Навык то сейчас получил. А-а-а! Фига он мне по шарам дал. И тут мелочь пузатая. Девочки эти. Волшебницы гребаные. Ну тут немного нечестно, да? Да вот тут вали уже, а. Смогли. Так, погоди. Понятно. Я лапши не мог забрать, вот скотина, а. Ну, я успел с него только золото снять, зубы золотые. Коронки я побрызгивал, а сапоги не моего размера. Слышал? Игра «Братвое кольцо». Когда Гиви по башке дали, типа, кто-нибудь снимитесь на сапоги золотые коронки. Коронки, этот Леголас, коронки я брызгаю, а сапоги не моего размера. Я в игру не играл, но фильм смотрел. А, кстати, попробовать. Там, по-моему, две же игры, да? Две сорванные башни и Братва и кольцо. Да, да, да. Третью так и не сделали, к сожалению. Ну да. А там механика один в один. Это вторая, третья игра была по «Властелину колец» битмап. Ну, как его? «Возвращение короля» и тому подобное. Да, да, да. Да. Вот «Возвращение короля» я только играл. И была система, вот, Братва и кольцо один в один откуда где-то. Но это неплохо, на самом деле. А да, мне нравится. Там также камбуки, добивание, если противник лежит. А там есть это сетевой режим на цели такой? Нет, его как раз таки нету. Только локальный? Да, по-моему, даже вдвоем нельзя по локалу. Ну, в смысле, нельзя даже так играть, по-моему. Просто смотри, есть же вот эта технология NVIDIA Share. Можно было когда-нибудь попробовать на какой-нибудь игре. Да, вряд ли, интернет так себе. Что за же такая игра лагает? Ну, может, ну, у тебя же другие игры со мной не лагали особо сильно. Ну, ну так-то, да. А это ж битэмап, тут задержка очень важна. Ну, там-то это фиг с ним. Мы играем в этот, как его, с Максом, в «Война на севере», и там и то гораздо хуже лаги. Блин, ящики. Ладно, уйдите от наших ящиков. Кофе. Че, забрал? Ну что, да, что-то забрал. Вниз рожа наклонил. Блин, чем вот хреновый... Блин, пончик! Чем, кстати говоря, хреновый YouTube? Я один раз случайно какое-то видео врубил. Оказалось, ну там что-то про зомби и тоже битэмап. Оказалось, это из той породы битэмапов, которые 16 или 18+. Ну, там, знаешь, зомби тебя не просто атакуют, а еще и, ну... Какой ужас, я понял. И теперь у меня каждый раз в списке рекомендуемого выскакивают вот эти вот игры. Да, мне порой выскакивает даже то, что я близко не хотел смотреть и не смотрел. Так в том-то проблема, что то, что я хочу посмотреть, нету, а то, что я не хочу посмотреть, вот оно вот теперь уже выскакивает постоянно. Надо его добивать быстрее, на жизни мало.
Да, бывает такое. Один раз что-нибудь глянул, начинает тебе сыпать. Ну. Чё, теперь с ней будет? Нет, они должны о чём-то говорить, но катсцен нету почему-то. Это что такое розовое выпало? А, это типа это? Да. Эй! Сейчас вот здесь ещё один, значит. Ну. Блин, а может и даже 9. Хотя мне почему-то в списке показывал, что вроде как 8. Ну, сейчас узнаем. Конец? Конец. Ну, наконец-то ролик. О, я. Нет, не угадал. Ну, то был я. Это... Нет, нет, тот был мой персонаж. Твой нет, почему-то... Это мой персонаж, вот это вот. Мейда, это... вот это нет, твой вот... первая, которая была в списке. Нет, ты путаешь. Та, что первая была в списке, с кувалдой как раз. А у нас показывается по ходу каждому свое. У меня персонаж мой на экране. И ты у меня стоишь первым вот в очереди, а потом идет сисястная Мейда, потом идет вот эта с катаной, потом идет еще какая-то. Все, тогда понял. Ну кто знал же. Все, вот он, Battlegrounds, а я тебе говорил еще какая-то. Может быть это она есть, видишь, внизу какая-то приписка на японском. Ну да. Она называется... А, Phantom Breaker Battlegrounds, да. А есть просто Phantom Breaker. И это какой-то, ну, боевичок для 360-го именно, типа... Street Fighter. Геймдизайнер, директор. Че, один человек делал, что ли? Ну, знаешь, судя по количеству спрайтов и их вариаций, наверное, да. Товарищ главный графический дизайнер, Танака Рьёко, не сильно постарался или постаралась, кто бы это ни был. Канаяма Студио. О, погоди-ка, это еще не все персонажи у меня, значит, куплены в игре. Там еще есть персонаж из Фейты, или как он там, Штейнс Гейт, как ты говорил, да? И не, она у меня есть. Есть еще вот персонаж это... какая-то, типа, готишная такая, я говорю, немка. А, сейчас скажу, Ботик Ноутс. Ноутс, что такое? Нет, как же ее зовут-то? Ну, такой... Её зовут... Имя у меня, Фрафрау. Да. Нет, я говорю, этот, откуда она? Какой-то Ботик Ноутс. А, ну это же как бы компиляция, да, игра? Какая-то новелла. Вот такой нету в стиме, кстати. Ну, это то же самое, этот, как его, игра стопроцентный, как там, Apple Juice или как-то, или... Orange Juice тоже, это сборник из персонажей абсолютно всех игр в студии. Ну, в основном она делала эти стрелялки, ну, шутемапы. Ну, или Bullet Hell, как там правильно называется, вот. А так они сделали, типа, Марио карточную, ну, пошаговую вот эту, знаешь, как кубик бросаешь и ходит. Типа Марио Пати. Вот. Со всеми персонажами из их вселенной. Сейчас еще есть 200% Orange Juice, вторая часть. Вот мне нравится, кстати, Game Over. Блин, мы прошли игру, мы победили. Я недоволен. Ну все, да. На ком будет этот игрушка по журналу Jump, где оттуда всех персонажей берут? Че будет? Сейчас скажу, название найду пока.